Анонс и точная дата выхода пятой серии нового сериала «Жар-птицы». Пятая серия сериала выйдет в эфир 10 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Низам приехал к Сизин спустя много лет, и она сразу же его узнала. Он сказал, что она осталась для него последней надеждой на то, чтобы отыскать свою дочь. Али вместе со своей семьей вынуждены были с самого начала выстраивать для себя дом. Произошел пожар, и самое главное для них – то, что все они выжили и снова вместе. Никто не станет искать пропавших без вести, ведь ни у кого нет желания их найти. Гюляше сказала об этом Барбароссу. Он ответил, что если бы она пропала, то Барбаросс все равно продолжил ее искать. Низам попросил у Мирджан ее резюме перед тем, как примет ее на работу, и она растерялась. Мирджан необходимо было выяснить, кто выбросил Гюляше в мусорный бак. И только с этой целью она оказалась в этом доме. Она со слезами на глазах рассказала Мирджану, что у них есть отец, и он самый настоящий мерзавец. Читала постоянно преследует жар-птиц и считает, что этим беспризорникам никогда не удастся от него скрыться. Несмотря на то, что Али и его семье постоянно приходится сталкиваться с неприятностями, они готовы с ними справляться и стараются не терять надежды на счастливое будущее. Вскоре выясняется, что у Читала внутри есть доносчик. Но кто им может быть? Напомним, пятая серия сериала выйдет в эфир 10 февраля. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.